Я надеюсь, нам парашюты приготовили. На всякий пожар. Ты что, по-русски можешь? Конечно. Они подумают, что я его точно заказал. Петя, теперь вопрос от меня. Сколько раз ты уже летал? Проверяй все пока. Никита, ты не отвлекай его. Ребята, я самолет тащил. Все нормально. Надо разогреться. Опа-на! Так, все нормально? Да. Все, погнали. Вот, батя Брестер за рулем у самолета. Вот, остановились. Самолетик стоит. Пассажир. Есть ее, белый. Это что, не тошнило? Это в Германии было типа 30. Че, Никита, как у тебя настроение? Ну, немножко паранойя, так нормально все. Я надеюсь, нам парашюты приготовили. На всякий пожарный. Там один парашют на всех. Чико мой. Короче, сейчас позвонил этому человеку. Зовут его, кстати, Петя. Сказал мне, что сейчас подъедет. Ну и посмотрим. На самолете он подъедет? Нет, то есть подлетит и заберет нас. Вон этот, как его, лоцман. Как по-русски? Как их называют? Здравствуйте, снова канал Ванька Презент. Немножко паранойя сумму поднимается, да, так? Есть маленькое так? Недоверие такое небольшое. У меня тоже. У меня руки вспотели. Сейчас нам еще несут этот, как его? Успокоительное. Ну, успокоительное это же. А сейчас не тот чеф? На? Alles gut? Ja. Danke. Woher komme ich? Ja. Ehrlich? Hallo? Er ruft mich die ganze Zeit an in seiner Tasche. Die ganze Zeit. Aber seine... Я знаю сразу. Ты что, по-русски можешь? Конечно. Они подумают, что я его точно заказал. Здравствуйте. Это я, Коля. А? Коля, ты откуда? А, Воронеж. С Воронежа? Все нормально? Все нормально. Молодец. Ванька Презент. Скажи, базара нету. Базара нету. Скажи, подписывайтесь на канал Ванька Презент. Нет, скажи. Это трудно. Нет. Это я не могу. Скажи, подписывайтесь. На канал Ванька Презент. Ванька Презент. Ну и все, спасибо. Я нарежу, и будет классно. Молодец. Это она рождение есть туда? Это на канал YouTube. Окей. Молодец. Это я черный. Можешь передать привет кому-нибудь? Неплохо ты устроился тут. Молодец, брат мой. Давай пять. Все, тебе спасибо большое. За что? За вот это. Молодец. Заплатите человеку сразу. Мы потому что сейчас выпиваем и сразу убегаем. Сейчас узнаешь. Сейчас узнает. До этого 300, а сейчас будет 5 стоить. В Германии на аэропорту, и тут работает черный Коля с Воронежа. Ты продаешь пиво. Нормально, что? За Колю с Воронежа. Давайте за Колю с Воронежа. Быстро выпиваем, потому что он мне названивает уже. Что ты пел только что? Что за песня была? Виновата моя. Виновата ли моя, что люблю? Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата... И вот мы подходим к самолёту. Петь, парашют есть? Парашют есть? Сразу спрашиваем, парашют есть или нету? Привет, Никита. Привет. Вот такой самолетик, ребята. Вот такой вот самолетик, ребята. А что мы там четвером, да, влезем, я думаю? Короче, 10 тысяч стоит сделать себе права на вот такую штучку. Ну и потом ты собираешь часы, летаешь и собираешь часы на книжку. Я смотрю, блин, лицо, да?
знакомый, я его знаю. Это парень, моя одноклассница. Асо? Ну, видишь, мир маленький. Че, самолет нормальный? Петя, теперь вопрос от меня. Сколько раз ты уже летал? Ну, уже хватает. Хватает? Петя часто летал. 45 часов тебе надо летать, чтобы тебя вообще до пруфинга допустили. А. А ты уже сделал свой шаг? Ну да. Ну да, конечно. Так бы я не забыл. Ты что, ну, упустил бы одного. Тем более, что с нами. Сразу с Каринчин. Да, давай, а не будем отвлекать Петю, пусть все проверит лучше. Чтобы все было нормально. Чек-флюк делаешь. Перед тем, как летать, надо все проверить, все нормально, да, там. Ну, как все пилоты, да, вот они делают так. Что, нету у вас фираугин принцип? Если наши глаза вы знали. Это ты масло проверяешь? Я, короче, не только подмышками спотел, у меня и пальцы, и ноги, и все спотело что-то. Да, это из-за жары. Только с одной стороны. Никита такой вид делает, как будто он разбирается. Нет, я думал, мне на другой стороне. Нет, только с этой. Ты можешь на самолетах больше летать, я думаю, чуть побольше, чем до 5-7 тонн, 5-7 тонн. Короче, знаешь, который здесь Антон... с парашюта прыгают? Ну да. Но нет, тот у него уже этот. Я только эти кольбы вот могу летать. У него уже турботроп идет. Тебе надо другой, как бы, немножко другую компликацию сделать. У меня как получается сейчас Баустайн, я сделал первый. Дорога не мавай тауфлан. И ты можешь, короче, до пассажирного самолета делать? Вот сейчас следующее, что я могу сделать, CPL. CPL это уже вот эти приватджет, которые летают. Да, 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 да. До 12,5 тонн. Вот на них я могу делать. Это 25 тысяч будет стоить. И потом можешь так же устраиваться на работу, да. И, да? Сейчас я только могу как приват это делать, да? Я сейчас этим деньги не могу делать. А, как все бы. Ясно, все ясно. Это так сейчас просто как для прикола, ты летаешь там, как бы сказать. Для тебя, для прикола, для меня потерял. Да, все там скидываются, полетели туда-туда и все. Да, для меня ты контент просто, жюль, да, и мне поставить. Просто надо самому жюль сесть туда, с него. Да, ты, Петь, это, как его, ты проверяй все пока, Никита, ты не отвлекай его. Пусть все проверит, а то потом взлетим и скажет, да, что-то мы забыли проверить. А пиздец ты, Никита. Да, сейчас сделаем фотографию. Да, со сной лянется. О, смотри, Ваня. Во, ты полетел бы на это, что ли? После пива опять-то, да. Никита, ну ты не колпилот, не думай это сразу. Сзади сидишь, да? Чел, у меня есть функция, она пищит. А что это обозначает? Да. Если он падает, будем пищать. Вдруг ты услышал? Сзади тоже идет. Так, все. С этим сделали. Все. А бензин есть у нас или солярный? Все, все нормально. Все вчера пили, все писают в бак. Че, залазим, летим? Короче, ребята, по-моему, все готово. Все, погнали. Агой, агой. Не, вазакман, да. Гутен флюк, да? Гутен флюк. Агой, агой. Нормально он его держит этого? Я можно впереди сяду? Да, да. Или мне на абзац садиться? А, ты просто фон. Туда же галенкин. Да. Кто куда хочет. Ну, мы это потом пересадим. Так что, ребята, все, давайте не переключайтесь, сейчас будем взлетать. На сколько метров мы сейчас поднимемся? Ну, где-то 500 метров. Да? О, мы что-то думали, 1000, кто говорил? Или 3000? А вам так, насчет этого, швинги становится или что? Да, в принципе, я тоже думаю, что будет все нормально. Но сегодня она, сегодня колбасик не будет, будет нормально. Ребята! Я самолет тащу нахрен. Нормально, нормально тут все. Так, нет, там, это для меня. Нет, это мне. 25 раз объясняли, блядь. А я смотрю, он тут говорит, пристегнется вот так. Уберите его от меня. Пристегнулся. А ну-ка, а еще один есть? Вот твой, блядь. Да, это что, блядь? Аэрбак. А я бессмертный. А как его? Ты из ИГИЛа. А его сюда? Так, что там у нас с часами? 42. 42. Все записывать надо, да? Столько кнопок, я хренею. А наверное, из этих всех кнопок надо только две. А где старт радио? И еще. А где? А Bluetooth есть? 35, 36, 37. Что это обозначает? Это часы, вот сейчас
40 кнутов мы арахиваем, потом он начинает считать у меня время. То, что платить надо. То, что мы тут стоим, это все ничего не считается. Даже мотор сейчас заведу, потихонечку буду ехать, ничего не считается. Когда на воздухе получается, да? Это нормально? Надо разогреться. Опа-на! Это что ты задаешь? По одинаку? Да, куда летит. А тебе надо задавать, куда летит? Ну, это как это, навигатор. Все ясно. Навигатор. Сразу говорю, не надо мне писать там, как то, как что, я не разбираюсь. О, Петя, там у меня мелочи столько выпало, тебе хватит на 2 часа летать. Ночевые. Шапка, шапка вообще. Открой дверь. А? Дверь открой. Придерживай. Без ремня. Окно открой. Сколько километров в час надо разогнаться, чтобы сейчас подняться? 120 где-то. 120? Погнали! Вот, Ваня, 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 Ваня,
Сейчас мы будем там приземляться. Посадку нам уже дали. Сейчас потихоньку идем вниз. А где посадка? А вот это трава посадка? Нет, лес, блядь. Не, ну мы на траву сейчас будем садиться. На деревья. Давай, 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 родной. Давай, давай, давай. Это гроза в беге. Гроза в беге. Браво, 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 браво. Где-то фиг его знает где. Как будто мы в Колумбии приземлились. На кокаину. Да, сейчас будет забавная скорба. Заберем свой товар и улетим отсюда. Надеюсь, заработаю на жизнь. Эту вот эту сперва себя тянешь ее. Да. Чтобы вы понимали, тут жара такая была, сейчас просто класс. О! Спасибо за такси Яндекс. Хорошо нас довез. Вот, мы, да, сейчас пойдем. Вылазьте по-хорошему, а то у меня ссать надо. О, ребята! Ну-ка. Вот, остановились. Сегодня самолетик стоит. Где-то не знаю где. Вот диспетчер здесь сидит. Там ресторанчик. Мы сейчас пойдем туда. Выпьем что-нибудь холодненького. Да, чаек попьем. Чаек. Петя, тебе сразу что заказать? Пиво еще одно. Водичку? Что? Тебе с первого спасибо. Что приземлил нас. Остальное мы пешком сами. А это когда туда приедет? Да. И она говорит, самое классное. Говорит, мы, короче, идем, ну эти грузины из автобуса нас узнают. Все, он такой, о, Тамарочка. Александр, пойдемте к нам за стол. Он говорит, мы так в беседочку заходим. Там фляга самогон. Сало. Они рядом сало себе в Турции. Я говорю, ну, короче, один день, он говорит, мы час посадили, мой дядя говорит, ну, я понимаю, что это такое, это жестокая вещь, нам не надо пить. А ну, они все накидались, мы ушли, на следующий день приходит к нам немцы, он говорит, ну, я газейн, из Германии, ну, вот мы обошли весь буфет, мы не нашли, что у вас. Мой дядя говорит, да, пойдем, я вам покажу, что это такое. И он, короче, в беседку, там ляна, самогон, сало. Они, короче, самогон, их накидали, нахуй. Сало накормили, и три дня немцев не видели. Они просто были в спальне мертвые. Они, говорят, на четвертый день даже не здоровались. Они просто так кругом обходили. Они вот так с украинскими и с русаками пить и кушать сало пробовать в Турции. Сами нарвались. Я не буду ничего запикивать, короче. Сами давай. Я уже всегда... Тебя я запикал уже. Ну, один раз. Добро пожаловать. Шоу в жопу, блядь. На пассажок. Есть себе мелочь. Это чтобы не тошнило. Это специально такое в Германии брать такое средство. Оно сделается из трав. Специально в этой деревне, кто летает, по проблемы, там уши, ты все это пьешь, у тебя все нормально. В России называется водка, вот Егермайстер. Давайте. Все, ребята, все, опять залазили. Летим дальше, то есть летим назад. Если что, Петя не пил, чтобы вы ничего не думали. А то скажете, что тут мы все бухаем. Они только бухают вон сзади. Не Петя. А Вали нет. Мы летим, дверь открытая, нормально. Да, у него молодец. А как? Молодец. Молча, ты закрой круг, убри. Нет. Теперь закрой. А наоборот, вот так. Теперь закрываю. Нет, сейчас сделаю. Да, сейчас ветер, сделаю. Ветер дует нормально. Ветер с моряду. Да я знаю, что дверь открытая, я не знаю, как закрыть. Да вот сначала внизу. Внизу? А, сначала вот это? Притягивай. Да ты попробуй не снимай. Да, так-то не ни***. Дранцин. Андерханд фестсайн. Ты из Instagram пуски нахуй. Я тебе сейчас ***. Выкидывай его отсюда. Смайн здесь нахуй. Дай сюда его, блядь. Смайн шлос, блядь. Внизу держи. Да я сперва тут открыть надо. Нет. Эй, Паша, у работы, пожалуйста, ему больно. Да тут тяни, да. Все. Чем дать пьяный?
Короче, ребята, все, приземлились, все нормально обошлось. Петя нормально нас опустил опять на землю. Все, ребята, все, на этом почти что все. Вот мы самолет загнали, пригнали. Там еще вон пару стоят. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Тебе спасибо. Не за что. Так что, ребят, до следующего раза. В следующий раз полетим еще в другое место, и там вообще будет интересно. Все, давайте, пока.